В Ингушетии завели уголовное дело об издевательствах над ребенком. Когда 7-летняя девочка поступила в больницу, в ужасе от увиденного были даже врачи. Царапины, ссадины, ушибы, гематомы, ожоги и даже следы от укусов покрывали все тело. Запущенный перелом руки, из-за этого образовался тромб. Малышка едва не лишилась конечности. Врачам пришлось проводить экстренную операцию. В итоге руку удалось спасти. Девочку в ближайшее время перевезут на лечение в Москву, в клинику Рошаля. Последние полгода малышка жила в семье родной тети. По словам женщины, ребенок сам нанес себе травмы. Якобы недавно девочка упала в яму во дворе дома, а до этого сама села в кастрюлю с горячим борщом. К врачам никто не обращался, якобы лечили ребенка дома. К слову, в больницу девочка поступила не просто с забинтованной, а с перетянутой жгутом рукой. Есть данные, тетя девочки скрывала ото всех, что племянница живет у нее. И, как выяснилось, документов об опеке никто не оформлял. У женщин двое собственных детей, у них побоев не обнаружили и отправили в реабилитационный центр. Саму женщину задержали, виновности за ней ребенка она не признает.